15 исполнителей из 11 стран мира съехались в Алматы, чтобы побороться за победу на международном песенном конкурсе «Алматым жүрегімде». Два дня конкурсанты били за право заполучить престижную статуэтку вокального состязания, исполняя песни на родном и казахском языках. Дина Жанабекова расскажет о том, кто стал ее счастливым обладателем. Конкурс «Алматы в моем сердце» – это, пожалуй, одно из самых ожидаемых событий сезона из мира искусства. Молодые артисты из разных стран мира готовились к нему месяцами. Специально нанимали репетиторов, неделями адаптировали аранжировки под наш культурный менталитет. Ведь главное условие конкурса – исполнить песню исключительно на казахском языке. Причем в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра, а значит, никакой фонограммы или даже подготовленных минусовок, только живое исполнение. Для самой юной конкурсантки голоса Балти и Габриэлы Ждановичути выступление такого формата – дело из привычных. Но, как признается латвийская исполнительница, настоящим челленджем для нее стал именно выбранный репертуар. Ибо композицию «Казагымай» Мукагали Макатаева исполнить под силу далеко не каждому. Конечно, я вообще люблю языки, но вообще-то да, ваша казахская вот это все произношение и так далее. Но нелегко было. Впрочем, мастерское пение, широкий вокальный диапазон и артистизм взяли свое. В этот вечер певцы смогли задеть струны души даже самого ревностного слушателя. А смысл выбранных композиций буквально довел до слез одного из самих участников. Будоражащие ноты, пронизывающие сердце игра света и тщательно подобранные образы. Такой сценический антураж не оставил равнодушным и мэтров музыкальной индустрии. Все 15 участников, они достойны первого места, они достойны гран-при. Вот. Как бы, хочу сказать одно, что всегда побеждает музыка, всегда побеждает доброта, искренность. Выбор победителя членам жюри дался нелегко, признаются они. Потому призовые места распределяли между несколькими конкурсантами. А вот заветной статуэтки и денежного приза в 2 миллиона тенге удостоился лишь один артист. И лауреатом по тщательному отбору судей стал казахстанский исполнитель Адильхан Макин. А почетного первого места по праву удостоилась самая чувственная исполнительница Сюзанна Милканян из Армении. Ну а красочной кульминацией этого события стал гала-концерт от звезд отечественной и зарубежной эстрады. Дина Жанабекова, Адина Смагулова, Ернат Булатбек, телеканал «Алматы».